Всем привет, продолжаем рассматривать работы художников. Гладильщица Пабло Пикассо, 1904 год, холст масла, 116/73. Тема труда была популярна во французской живописи конца 19-го, начала 20 века, начиная от Франсуа Милле до Эдгара Дега. Простые работники часто идеализировались и представлялись в состоянии блаженной невинности из-за их связи с землей и хлебом насущным. Пожалуй, никто, кроме Пикассо, раньше не изображал людей из низших сословий с такой остротой и болью. Это произведение «Гладильщица» относится к так называемому «голубому периоду» 1901-1904 годы, когда художник поселился в Париже со своим другом Косахимасом, чье скорое самоубийство оказало на него неизгладимое впечатление. Скитание и бесправие. Молодой неизвестный живописец в полной мере ощутил на себе все тяготы столичной жизни. Изображение женщины с заглажкой, квинтэссенцией усталости, изломанная истощенная фигура, поникшая голова, черные круги под глазами. Кажется, будто жизненные силы вот-вот покинут героиню. Серо-голубой колорит усиливает гнетущее впечатление от сцены. Пикассо выступает не просто посторонним наблюдателем, документирующим быт рабочего сословия. В его «Гладильщице» чувствуется тонкое поэтическое сопереживание персонажу. Вот такое описание к работе Пабло Пикассо «Гладильщица», 1904 год, холст масла, я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Всего хорошего.